от каждого региона здесь один человек, и здесь всего 8 звездных детей со всей страны. Первый день был достаточно сложным, потому что нужно было привыкнуть к площадке. Здесь очень много людей ходят, смотрят, как мы работаем, как-то комментируют, а нужно сосредоточиться именно на работе. Наш проект состоял в том, что мы должны были разработать модель транспорта будущего. Самое легкое, наверное, это проводить, то есть работать с волонтерами, потому что это очень как-то приятно, то есть взаимодействие с людьми, когда ты видишь их отдачу. Первое, что делает учитель, он заходит в класс и дает уроки. Вот вчера была такая имитация, да, воспроизведение 15-минутного занятия, урочного занятия. Ребята писали конспект, 2 часа готовились по незнакомой для них теме. Первый день у нас состоял из 3 заданий. Мы должны были разработать сценарий урока, продемонстрировать этап урока. Им дают первое задание, они составляют конспект, потом проводят урок, а потом надо разрабатывать интерактивную лекцию. И вот это вот переключение после проведения занятия сразу же на разработку совершенно другой интерактивной лекции по другой теме, конечно же, вызывает определенные сложности. Вообще из всех вот профессиональных конкурсов AllSkills, наверное, самый такой жесткий по своим форматам, потому что конкурсных заданий больше, чем где-либо, а вот отбор более жесткий. Мы отталкиваемся от основной деятельности учителя, от основной реальной деятельности учителя в образовательной организации, от того функционала, который ему приходится выполнять каждый день. Любой учитель в своей деятельности должен очень четко видеть цель, куда он стремится, что он делает и зачем он делает. Ну, например, вчера ребята работали с таким образовательным результатом, как критически оценивать свое собственное суждение. Еще был один у них результат – переводить информацию из одного вида в другой. Ну, например, из графиков в текст, из текста в диаграмму и так далее. Мы проводили небольшой эксперимент, который доказывал, что иногда люди ставят перед собой заниженные цели, завышенные цели. И нужно все-таки ставить реалистичные цели со своими возможностями в соответствии. Также есть формат работы, который мы тоже очень любим. Это интерактивная лекция. Это подготовка электронного обучающего средства, которое существует без учителя, оно такое самостоятельное. Это когда учитель готовит это средство и может отправить по электронной почте ребенку, например, который пропустил занятия, ребенку, который находится на домашнем обучении. Будущее как раз за онлайн-обучением. Не обязательно это должна быть какая-то определенная платформа, но в целом онлайн-обучение это очень хорошо. Это экономит время, деньги и ресурсы как и учителю, так и ученику. Плюс у учеников и учителей открываются огромные возможности для выбора. Мы сейчас записываем видеообращение к родителям, и у нас ситуация, вопрос от родителей, как организовать досуг ребенка. Мы должны несколько вариантов предложить и обосновать, почему именно эти варианты. Да, это было самое сложное, ждать время. Вот, и так, в принципе, все реально. Это к тому, чтобы конкурсанты не боялись идти на подобные мероприятия. Все реально, все возможно, все в ваших руках.